it's hard to see how happy we were when what we felt was real. Now we know you're seeming different to me. We drift apart like clouds in the sky. I like to think вот тот пруд жабье царство, государство. Да вот тут мы тех жаб тогда встретили. Кстати, если идти по берегу тому, то там тупик. Не перевон, видишь, ну даже видно тут. Вон, уже начинается это. Это как бы залив того пруда небольшой. Ну, сейчас посмотрим вблизи. А мы так пойдем. Тут вода даже прозрачная, видишь? Вот и жабы сразу прыгают. Вода тут прозрачная. Сегодня, по крайней мере. И там я снимал этих. Только что прыгнуло. Угу. Цветочки. Видишь, все заросло. Как их назвать можно? Лилии или как-то? Кувшинки. Кувшинки. О, выскочило. О! Малые, они тут в траве, на солнышко. Вон, сейчас прыгают. Ну ничего, погоняем их трохи. Главное, что прыгнуло и не видно. Слушай, это кто такой? Это как рыба, глаза я вижу. Вот смотри. Вот тут вот черное такое. Вот. Если вот так, где вот... провести линию, линию провести, и вот от аппарата туда, вот тут вот, что это вот торчит? Это растение. Растение. Ну, похоже, знаешь, на бычка, знаешь, когда его такая морда. О, отсюда скочила туда. Ну где его? Ну, ребята, я вас погоняю трохи. Надо. Да не упаду. Смотри, 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 как они. Ну дайте вас поснимать хоть в воде. Я говорю, тут больше всего жаб. Не, еще там, вон дальше. Да их хватает везде, наверное. Стрекозы, жабы. Не видно никого. Стукай, чекай. Та друга. Та об'ється, їй за дуже буде. Взяла? Этот орех оставила. Ну видно, а больше нет? Есть. Стучи, может вдруг. Тут какой-то орех прикопанный.
Вот тут мы с тобой встретились. Я хотел тебе показать, это то место, сейчас вернем. А не, то не то место. Не, то. Не, не то. Здоровое дерево. Это дуб. Это разве дуб? Да, настоящий дуб. Угу. А где же эти его желуди? А где его желуди? Уже сгнили? А, вон желуди, видишь? Вон, вон. Вон уже опадают зеленые. Вот этот пруд. Ну и тут жабки. Где? Бывает. Может, вроде вернется. Ух ты. Чего вы такие пугливые? Я не вижу. Тихо. Зап... Like clouds in the sky. Слышишь? А, пасану, ну ладно, пасану. На. На. Пасану. Понеделок. Добрый. Платили деньги. Слышишь, я... За квартиру. Повзя, замочусь, привыкли. Да я доберу секунды и продолжу. Красиво. Стучи.
На. Ну уж тут-то точно есть рыба, раз тут и рыбаки постоянно сидят. Вон, видишь, смотри, рыба плывет. Вон, 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 вон. Ты смотри, думаешь? Смотри, смотри, как такая, линия идет. Я вижу, да, такая здоровая. Это рыба. А может и змея, видишь, такие, как мы видели в этом. Помнишь, такая змейка плыла? Угу. На Висле. Когда-то мы видели. Вот слишком на рыбу она не похожа, чтобы рыба так плыла, повет. Змея вот так обычно любит плавать. О, ты опять пришла, на. На. Ну, может, ты все заберешь сегодня. Слышишь, там началась какая-то борьба, занырнула то та рыба, вот там разошлось, и там такое плюхнуло, или рыба, или змея, и такие круги пошли. Но, к сожалению, слишком мы тут низко, чтобы это все... Как она красиво прыгала. Смотри, и дальше поплыла, вон там пошла. Не похоже как-то, чтобы так рыба плавала, может и рыба, бог говорит. Вон, вон, смотри, вон аж там подпрыгивала. Огромное это серебро. Я тебе хочу сказать, что тут могут охотиться одни на других, а они выпрыгивают из воды в случае опасности. Ну так было же. Вон туда наведи. Смотри, малые эти качушки ходят по листьям. Видишь? Вижу, вижу, тебе ж показывала. А вы по листьям ходят. Бо они тут у берега были. Разума.